Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадрашов, и мы продолжаем проходить Galen Hearts The Great War. Ну, собственно. Ну, тебе. Собаки нас спас. Пойдем смотреть. Нет. Летает туда. А, улетел на этом. Просто мы при... Да. А, погладить как-то раз собак. Наверное. Сейчас я заберу. Опять же, вот за того чувака, видите, я все предметы нашел. Тут я сомневаюсь. Так, здесь не хватает. Да сунь ложку со своей, чёрт. Не так. Это странно. Рукоятка? А! Все понял. Ну-ка. Рукоятка. Угу. Ой, не-не-не, я туплю, извини, барбос, я туплю. А теперь вот так. Тимой Халюси. Опа. Опа. Буцк. Буцк. Давай. Вообще. Сейчас посиди тут. Что еще можно сделать? А, надо успеть в истоке. А, ну да, понятно, это мы через внутрь. Потому что я начал. Принесет, а потом, понимаешь, собака же не может спуститься по лестнице, все. Нет, никакой здесь. Ну, говорю, опять же, здесь пропустить, по-моему, очень просто. Что-нибудь, так что. Окей. Причем при простоте картинки и графики... Барбос сверху. А я его не отправил уже. Ну-ка, можно? Ладно. А, он сам догадался. Окей. Окей. Я думал просто подать. Я еще не собирался. Так. А там что-то лежит. Для этого надо, чтобы у меня был предмет какой-то. Че тупо? Наверняка сейчас мы спустимся вниз и. Какой-то предмет я найду. Давай, барбос, ты знаешь, что делать. Давай, мой хороший. Давай, давай. Ну че ты? О! Не то. А, предмет с конкурса военных историй. Завязыватель шнурков, изготовленный полковником Люсьеном Дюфурмантелем, прадедом господина Бенуа Тердье из расплавленной гильзы. Люсьен служил электриком в прожекторном дивизионе, в чьи задачи входило освещение позиций врага. Поздравляем нашего победителя, Бенуа. Догадаться до суда донести бутылку. Так, барбос. Барбос. Че барбос не работает? У меня собака сломалась. А есть собака сообразит.
Барбос. Барбос не хочешь кормить. Ну вот сейчас что-то я какие-то предметы буду кидать именно. Видите, здесь бросить можно. Хорош, слушай, если тут сюда что-то кинуть можно, где я столько предметов-то найду? Ты, во-первых, как там оказался? Что делать-то здесь? О! Что происходит? Просто, допустим, я бы взял там бутылку. Я бы мог взорвать здесь, скинуть лестницу и спуститься. Давайте подавлемся. Так я же здесь начну. Он здесь не работает, пес, я не знаю почему. Ладно, какие пошли. Там вроде все, что ты собирал. Да. Ну, я опять же, что пропустил? Опять же, телепак, возможно, поэтому. Я уж очень хочу в оригинале проходить. Вот здесь как будто явно что-то собака может. Чем мне кидать? У меня нет предметов, блять, что? А, ну вот он сейчас отроет нам, окей. Я лицей. Выпусти. А косточка зарезпится или нет? А, может взять предмет и умереть? Так что... А, можно сделать вот так вот. Что это? Так, сейчас раз. Опа. А, и барбос снова косточку принес. Почему? Она еще и это. Вот он загадка. Он прям загадки. Я хорош. Прям загадки, загадки. Распятие. Многие солдаты были верующими и нередко носили с собой религиозные символы. Военным министерствам приходилось учитывать и вопросы веры своих бойцов. Поэтому на фронте проводились религиозные церемонии для всех конфессий. Священники, викарии и раввины предлагали солдатам помощь и сочувствие. Не ущемлялись и религиозные чувства мусульман из колоний, которых объединяли в отдельные батальоны. Им давали халяльную пищу и помогали проводить похороны согласно требованиям ислама. Окей. То есть теоретически там можно взорвать, но косточка-то проебется. А почему Барбос не захотел в норку заходить, я не знаю. Барбос, уйди, а. Как он здесь поварёшка лихо. Пес, я не знаю, как он это делает. Компас. Чтобы не заблудиться на открытой местности, солдатам приходилось пользоваться компасом, время от времени поглядывая на штабную карту. Задачи по ориентированию возлагались в первую очередь на офицеров и унтер-офицеров, которые указывали бойцам направление маневра. Так, ну мы можем вот так, а можем, в принципе, понизу. Тут там что внизу есть, давай. Так, ну ладно. Запутать меня решили. А, теперь уже все. Ну что, так прорвемся. Здорово. Барбос. Барбос. Нет. Вот, окей.
Что ж ты... За несколько минут до этого по другую сторону фронта. Я знаю, что... British troops continued their attack on Neuve-Chapelle. Their next objective — take back Port Arthur. Я знаю, какой персонаж умеет раскусывать это. Перекусывать. Сэр, yes, sir. Yes, sir. Working on. Yes, sir. Working on. Да-да-да, это моя главная задача в этой игре, собственно. Эй! Сейчас, конечно. Да, то есть я там одну какую... А, нет, это все один уровень. А, французские монеты. Все солдаты регулярно получали жалование в валюте своей страны, а также компенсацию в местной валюте. Рядовой британский солдат ежедневно получал так называемый королевский шиллинг, около 3,21 фунта стерлингов, или $5.42 США в сегодняшней валюте. Еще 20 франков выплачивалось ему каждые 2 недели. Стоимость тех 20 франков сегодня составляет 40 фунтов, примерно 50 евро или $70. Франки в основном использовались для многочисленных, немногочисленных покупок у местных жителей. Да ты что, правда, взорвать надо, я уж понял. Так, ну это скорее еще, естественно. Че еще раз, ну-ка? Еще раз. 2, 3, 2. Так, вот это 2, да? Да, окей, 2, 2. Так, теперь вот так. Да, по очереди, сейчас. Сейчас сделаем. Чик. А вот сразу с ним. Ну, собственно, так и было. Я их себе заберу на поток. Так, не кидать гранаты. Это вот тонкий. А, нож Кукри. Именно таким ножом пользовались гурхи, бойцы подразделения британских колониальных войск, которые набирали непальских добровольцев. Это национальное оружие, которое являлось для гурхов обязательным. Со временем стало символом войск Британской империи. Его тяжелые толстые лезвия, имеющие изгиб, позволяют носить как колющие, так и рубящие удары. Это делается, работают профессионалы. Ну, да. Ну, что не так? Я же нажимаю, что ты? Ты же сейчас была. Цепью. А, C.
цель прикусить. Merci, mon ami. Right now. Гарвис Фандорф. Yeah, come. Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. В апреле 15 года Ипр, Бельгия. Так, газа, газовая атака. On April 22nd, 1915, chlorine gas was used for the first time by the Germans. Он так слышит, как будет берег, да? Сейчас, секундочку. Опять же, если что. Первая газовая атака, да. Бомбардировка с цепелинов. Собаки. Много чего еще. Так, и, соответственно, я думаю, вот это можно еще. Ну и денек выдался. Сегодня меня дважды спасали от смерти. Сначала солдат-американец, а потом собака. Но теперь я, наконец, свободен. Теперь бомбежка видел Карла. Надеюсь, он выжил. Попробую его отыскать. Пожалуйста, в предыдущий раз. Нет, это было. Да. Направляюсь в Бельгию. Именно там сейчас стоит этот треклятый полк. Ну, по крайней мере, мне предстоит проделать весь этот путь не в одиночку. Я встретил забавного пожилого фермера из Франции по имени Эмиль. Он не разговорчив, но если я правильно понял, то его зять немец. Это просто какое-то безумие. И дня не проходит, чтобы ты не являлась мне в грезах. 10 марта 2015 года. Мне удалось отыскать Эмиля всего за несколько мгновений до того, как раздался вой снарядов. Надеюсь, он пережил все эти взрывы. Письмо, которое он мне показал, наполнило мое сердце радостью. С Марией все в порядке, а Виктор потихонечку подрастает, и это самое главное. А, блин, извините. Ну, я здесь буду часто дохнуть, я понимаю, я дурачок. Бля, вот у барбуз вообще ты запустил. Хоть знаешь, насколько это охуительный барбуз? Чё тебе надо сюда? Ну. Так. Пробить он не умеет. Не-не, подожди, еще раз. Еще раз. Теперь. Тут, а, все, это вниз, что я тут теперь вот так. 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 Жетон канадского солдата. В начале войны жетоны канадских солдат представляли собой алюминиевые диски. Они несколько различались между собой по форме, поскольку изготавливались в огромной спешке. Вскоре эти жетоны заменили стандартные британские медальоны. А, я не заберу сверх, все. Я просто прикинул... Блин, здесь ход для собаки вниз есть. А зачем вы все это делаете? Не-не-не, подожди, собакин, давай вот этот. Ну, ты сам собрачишь, да? Надеюсь, да. Ух, ё-моё. Пойдет его перегрузить, и все будет
Здесь одна трубка. Так, ага. А можно отсюда таскать? Нет. Окей. Ладно, разберемся. Еще раз. А, все, понял. Короче, это старая добрая пайпс, вот эта, которая везде уже сейчас была, ну. И он надо замкнуть, получается, систему, если подпереть снизу двумя этими. А, завозим сюда два этих, поднимаем, она подпирает трубы и начинается всеобщий пиздец. Так, вот здесь надо все крутануть правильно, чтобы оно все. Так, нет, еще разочек. Еще разочек. Нет, еще разочек. Так. О. Что делать? А, ну там подвозим, да-да-да-да, все, все, я уже начинаю понимать. Так, сейчас мы берем вот это там. Это маска, блин, как вообще в тему. Пропитанная мочой ткань. А, единственным средством защиты от газовых атак до появления противогазов был пропитанный мочой носовой платок, которым закрывали нос. Моча вступала в реакцию с хлором непосредственно на поверхности платка и делала вдыхаемый воздух менее токсичным. Такое решение было не очень гигиеничным, однако все же более предпочтительным, чем соляная кислота в легких. Да уж. Так, давай сразу. Так, ну подожди. Барбос, ну-ка скажи что-то. Что будет с нами? А что там вот? Там нужно таким образом, я понимаю, что ее перегрузить. Ну типа надо, наверное, скомбинировать, да? Немножко отвезем в сторонку, чтобы он не мешался. Так. Ну допустим. А, этот крутит обе, а вот это нижний рычаг собаки, он крутит только одну. Ну, все понятно, что. Сейчас мы все сделаем. Во. Ну да, собаку я уже правильно повернул. Здесь по-другому и никак. Да. Сейчас, я понял, да. Сейчас я понял, пацан. Мужик, пацан. Так, ты же не видишь никакая. Так, значит, давай теперь, да, двушку. Молодец. Теперь однушку. Так, и... Да, мне нравится, музыка подсказывает, в каком смысле, что ты правильно действуешь или нет. Так, теперь вот сюдыть ее в качель. Угу. И на тебе. Блин, прикольно, да, так да? Ты загадки, я как раз такие загадки люблю, они простые, но при этом немножечко подумать я надо. Возьму. Да, пройди. Я сейчас. Ой, боже. Вот здесь по-любому что-то спрятано. Так, ну-ка, письмо канадского солдата. 21 апреля 2015 года. Дорогие родители, сейчас мы в Бельгии. Здешние ревнивые равнинные места очень напоминают мне окрестности Виннипега. Правда, в отличие от наших краев, тут очень сыро. Холод пробирает до костей. Мы с ребятами сделаем все, чтобы вы нами гордились. Канадцы станут героями этой войны. Скоро снова вам напишу. Стивен. Оливи. Не, а вот у мужика это нет ничего. Ну ладно. Пойдем. Предметы вроде подсвечиваются, но опа.
Че это он поверху побежал? Ну, понял. Тихо, все в порядке. План газовой атаки. Стратегия атаки с использованием газовых баллонов была очень незамысловатой, а ее успех сильно зависел от погодных условий, особенно от ветра. Позиции врага обязательно должны были находиться ниже места расположения резервуаров, иначе облако газа могло бы повернуть обратно и накрыть самих атакующих. В силу всех этих факторов план каждого боя строился в строгом соответствии с прогнозом погоды. Там газ уже, все, нас не пустят. Так, ну, хочешь, блин? Почему не можешь? Нет, Эмилию, Эмиль, типа, поторопись. Ага, понятно. Бельгийский кивер. Кивер бельгийской армии был похож на цилиндр с козырьком вместо обода. Позже на смену киверу пришла кепка Изер, более легкая модель с отворотами, которую можно было опустить на уши. Название Изер кепка получила в честь солдат, не позволивших немецким войскам перейти через реку Изер. Я уже понял, что делать. Давай. Пошли. Так, сюда. Давай. Нет, извини, не то. Чуть-чуть наш хороший. Так, дальше. А что я здесь могу еще сделать? Как я открою это? А, кость можно сюда что ли вставить? Извините, я что-то не подумал, что так можно вообще. Thank you, my friend. Can you help? Можешь помочь? Don't worry, friend. Да, я говорю, как разработчик, кстати, сами игру озвучил. Я что-то забыл про это, как раз тоже прочитал. Карманные часы. Время было важным фактором солдатской жизни. Атаки всегда начались строго в установленное время. Заградительный огонь из орудий также открывали точно в установленный час. Узнавать точное время бойцы могли лишь по карманным часам. О! А это что за мозы? Блин, погоди, вас может вот это. Her name was Anna, a Belgian student living in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted. Нет, это прям спойлер, конечно, не смотрел. Что не спасутся. Точнее, именно так, что спасутся. Музыкальный черный месседж, что ли, начался. А как не знаю, возможно, Мишель Ансель, по-моему, Мишель Ансель имел отношение к этой игре. Да, не очень-то весело получилось. По-моему, Мишель Ансель как-то тоже причастен к этой игре. Или он только к этому, к...
Роман, извини, что я так с твоей машиной. Блять, Аладдин начался! Нет, только не это! Это же я Аладдин, король лев! Уровень в каньоне из короля льва, только не оно! Но главное, чтобы не уровень с бревнами из короля льва, все остальное похуй. Опять он. Уходи! Да ладно, серьезно? Это был квасик, извините. А, так, что у нас, кстати говоря, по времени? Пока еще немножко есть. Так, а здесь что? О, что-то больше никто... Пока что никто ничего больше не писал. Ну, окей. Я, понятно. Здесь пацаны спят. Ну, что это? Ну, что ты, я не знаю, что ты за... А, он сидит, смотрит. Я показал, что он спит, извините. Ну, и надо. Ну, и надо. Ну, и надо. Спасибо. Так. Не-не-не, собакин. Ты далеко не уходи, давай. Зебья. А, здесь вот он, видишь, через какое-то время уходит. А, он уходит к тому окошку посмотреть, все понял. Он типа туда-сюда патрулирует, все ясно. Че не ясно? Все ясно. А, да. Траншеи. Лабиринт. Умерел марокканской дивизии. Корабельное орудие. Опять же, если кто. А я, по-моему, в прошлом не все... А, нет, или все нашел. Ну, сука! Ну, сука! Так, а что это значит? А, ну, сейчас все правильно. Пацаны, трактор пытается вытащить. Ага, давай. Типа этому штруют, их туда-сюда гоняют. Но я считаю, что Собакин спрятался, потому что спрятался, конечно, он так себе, если честно. Очень хорошо видно. Давайте, пойди отсюда. Лос, действительно. Так, а ты уже сам собрался, ну-ка, молодец. А, перископ. Для того, чтобы наблюдать за вражескими траншеями, не привлекая к себе огня противника, солдаты и офицеры использовали перископы, специальные трубки с зеркалами внутри. Их можно было спокойно высовывать из-за бруствера, не опасаясь за свою жизнь. Ну, логично. Ой, ладно, стой. А ну, успеем, они пока бегут там. Они вот сюда успеют. Пой.
Угу. Давай, иди отсюда. Давай, все, пацаны. А, блядь, глаза дернулся. Так, собакин сообразит? Нет, собакин не сообразит. Да, иди отсюда. Блин, чё ж он туда, да? Ой, ладно. А мне же нужен этот... Понял. Да я знаю, ну голубь что-то там, не знаю, если я туда буду вешать, то там голубь появляется, типа, с подсказкой. Что-то так понятно, вроде. Ну чё, ну собаки, ну ёперный, ну ёперный театр, собаки, ну. Так, что надо? Так, я не помню. А, ладно, подожди. А и назад, пацаны, и назад. Представляете, как себе, как их через пару часов это заебет. Мы же миллионеры, мы все новые. А, фляга пехотинца. Вода на фронте очень часто оказывалась в дефиците, поэтому чувство жажды было очень хорошо знакомо солдатам. Обычные бойцы привозили запасы воды в бочках, однако некоторые использовали большие личные фляги или бурдюки. Да, я понял, не переживай, все нормально. Ну мы там сидим, блин, в центре. Это тушный. Как он все что-то видит вот это вот в этой вот каске с таким вот козырьком? Козырек вот такой вот, блядь. Вот так игру проходить буду, нормально? А, собака, я думаю, а что не собака не трогает, а собака-то в немецком же это. Ну а тебе, блин. Собака же немецкая, точно. Ебать. Так, ну это, наверное, что-то... Ладно, сейчас найдем чем-нибудь его сбить. Ничего не скажешь? Cause I'm TNT, and I know my mind. TNT, you know we know. Uh-huh. Так, куда надо взрывать, окей. Нет, стоп. Так, нужен еще один. Так, ты задрал меня, серьезно. Так, надо посмотреть, где-то на заднем плане, наверное, есть еще один. Честно, там же Барбоса можно было туда? Где отсюда? Можно было Барбоса запустить, значит. Ну, сразу же. Чтобы он не валялся просто. Так, ладно. Ну-ка, пойдем. Так, во-первых, ага. Не, подожди.
Да как тут эту штуку? Я вам чем-то кюрих не надо. Баба. Ой. Это прям интересно. Возможно, я просто типа тороплюсь на самом деле. Ну, ты тронул собаки же можно. Нет, залезть не можно, может, типа на собаку. Ну, типа собака меня подсадит, я не знаю. Ладно, сейчас это взорвем, мы, в принципе, на этом будем заканчивать. Я успею, я успею, я успею, я успею. Ну тут реально, тут нечем кидаться. Окей. Ну что так? Блин, палец, иди отсюда. Булочка. Ну я не знаю, видите. Назад же есть, вот, все, назад не смогу попасть. Возможно, надо было донести что-нибудь сюда, но у меня же... Я, возможно, просто что-то не понял. Так, эй. А! Сохраним. Ну ладно, собаку протанет. Давайте тогда на этом закончить. Закончить сегодня. Вот мы закончили. А, ссылка в плейлист с прохождением в описании. Проходите, везде подписывайтесь. Там на канал Маргариты, на ее инстаграм и прочее. Она начала выпускать, кстати, Маргарита Неизбекова начала выпускать свою книгу. Крайне рекомендую пройти почитать. Я эту книгу уже читал. Она теперь в открытый доступ. Наверное, там доработала все, что нужно было доработать. И стало выкладывать в открытый доступ. Отличное. Просто стоит рекомендую. Все. За всем все. Да. Ну и по возможности поддержите материально, если можете. Как бы глупо это не прозвучало. Всем пока.